Полное имя Барби – Барбара Мелисент Робертс. Оказывается, ее родителей зовут Джордж и Маргарет Робертс, и они родом из Виснансена. Дельфины обращаются друг к другу по имени, используя особый писк. В сумме вы потратите примерно 6 месяцев жизни, ожидая, пока на светофоре загорится зеленый. Терпение вам! Небольшое отверстие в нижней части замка позволяет воде вытекать во время сильного дождя. Чтобы устроиться на работу в лондонское такси, вам нужно запомнить 320 маршрутов, 25 тысяч улиц и 20 тысяч объектов. Срок годности на бутылках с водой относится к бутылке, а не к воде. Со временем пластик может проникнуть внутрь, а вода сама по себе не портится. У петухов есть встроенные беруши, благодаря которым птицы не глохнут от собственного голоса. Дорожная разметка появилась благодаря течью в молочных фургонах. Следу от нее в 1911 году заметил Эдвард Хайнс и вдохновился идеей. Тепла, которое ваше тело выделяет всего за полчаса, достаточно, чтобы вскипятить 4 литра воды. Черный ящик на борту самолета обычно ярко-оранжевого цвета, благодаря этому его проще найти, если наступит необходимость. Статуя Свободы выполнена из меди и изначально была того же цвета, что и медная монета. Она позеленела в 1920 году в результате окисления. Кукурузный початок всегда содержит четное количество рядов, обычно 16, и четное число зерен, в среднем их 800. Сальвадор Дали самостоятельно разработал логотип Чупа-Чупс в 1969 году. Художник настоял на том, чтобы эмблема венчала упаковку и сразу бросалась в глаза. Когда вы чихаете, воздушные потоки покидают ваш нос со скоростью 160 км в час. В 18 веке кетчуп считался лекарством, и суши его можно было купить в таблетках.